В ноябре 2019 года было начато строительство многопрофильной областной больницы на 480 коек. Проект разработан и строится совместно с турецкими партнерами компании UDA. На данный момент произведена работа, это вбивание свай. На данном этапе из 6 тысяч свай вбито уже около 6 тысяч свай. Планируется проведение коммуникаций. Больница, как еще раз скажу, рассчитана на 480 коек круглосуточного стационара и на 40 коек дневного стационара. Больница будет кумулировать в себе в центры, это перинатальный центр, онкологический центр, кардиологический центр и многопрофильный центр. Больница предполагает внедрение инновационных технологий, таких как проведение позиционно-эмиссионной томографии онкологическим больным, внедрение комбинированных операций, это операции, которые раньше проводились только в крупных центрах Астаны, Алматы, за рубежом. В этом центре мы планируем проведение гибридных операций с вовлечением нескольких аппаратов, это такие как проведение химиоэмболизации, эмболизации маточных труб при миомах матки с привлечением специалистов всех структур, которые имеются в многопрофильной областной больнице. Больница по современным технологиям рассчитана, это три корпуса А, Б, С, и рассчитана, она разделена по профилям. А – это хирургический корпус, С – это терапевтический корпус. Также многофункциональная операционная, многофункциональный лабораторный блок, где будут проводиться все лабораторные инструментальные методы обследования, которые возможно проводиться вот в условиях нашей области. А также, учитывая приграничный регион, эта больница будет направлена на развитие медицинского туризма для привлечения в наш регион пациентов из соседних областей России. На данном этапе планируется также разработана уже и составлен договор с турецкой стороной для обучения специалистов многопрофильной больницы в крупнейших клиниках Турции. На данный момент запланировано проведение около 200 врачей, обучение 200 врачей и средних медицинских работников разных специальностей в крупнейших клиниках Турции.